Ой, бабушка, у тебя руки такие черные. Thank you.
Да. А ты нашу воду принесешь? А там в СГД во что-то. А мы взяли бананы? Нет. Ну, уже давайте по ему дома. Оль, пожалуйста, от я вас не розорвусь. Ми приїхали на папу дивитися. Горка у нас ще є вдома. Оль, пожалуйста. Ми поїдемо додому, сиди на папу. Скажи, не надо, дядя побился. Почему? Ну, заходи, подавись. Я бы его догнала и... Нет, ты так не злась, мама. Если у меня будет это было идти, то я все будет так говорить. И папе оставь, берешь и иди. Положи, пожалуйста, мяч. Подняла ее. Извини, мама, что я тебя не свезу.
А вы пошли в туалет? Да, в туалет. А там было, ну, умывальник? Да. Нет, это Валя спросила. Право шагать! А! Что, право? Право шагать! Поля! А ну! Зашли меня! Надо брать игроков дальний отряд! Он ближе! Попасть! Коль, не надо это делать. Не надо, пожалуйста. Может, мне не надо? Ми не будемо сюди ходити, якщо ти будеш себе так вести. Все. Нормально лазь. Хочеш лазь, лазь, але тихо. Мяч в руки, тогда будут бить пенальти. Давай! Ми будемо положити сюди. Ми будемо ігроки взяти. Ми ж мій забрали. Ну ти що вона робить? Вона хоче його забрати. Це м'яч нужен дядя. Коль, пожалуйста, не йди. Давай! Він до мене. Дай
Дайте мяч, пожалуйста, я вас прошу. Ну, я им дала. Хорошо. Ты попроси, я дала. А то она на лбу попала. Давай. А я хочу, чтобы вы подумали, если Алиса в стране чудес. Да? Ага. Смотрите, что я выкопала. Ямку? Что вы не покупали? Мама. А мы покурим на наступных выходных. Подивимось, ми як його там? Ні, не кіно, а кролі з птахом, як темрявим. Давай, ні, я його там не знаю. Ой, це піханяк, ні? Ні, кроле піт, птахом, як темрявим. Вани нету, нет игры, вот тут все на воротах было у нас. Просто... Он в Краматорске, он не волонтер, в Краматорске. Я тоже хочу. Что, папа, вы нет? Хорошо, мам. Опасно, нет. Ой.
Не было, да?